Звук «г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Эти люди ответственны и терпеливы. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Люди с буквой «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнера. Они всегда стремятся действовать. Это интроверты и одиночки, которым необходимо свободное время и уединение, чтобы спокойно медитировать и размышлять о загадках бытия и Вселенной. Очень часто человек с буквы «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Часто представители этого имени бывают одинокими в личной жизни, так как все свое свободное время уделяют работе. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Для этих личностей характерна рациональность, гибкость ума и аналитическое мышление. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.